В этой комнате трудятся диспетчеры. Звонки поступают сюда каждую минуту. И с каждым оксюбинцем диспетчеры беседуют терпеливо. Именно эти хрупкие женщины реагируют быстро и своевременно. Тем более, что современная сеть, состоящая из десятков бригад, позволяет работать в команде. Количество обращений в пик эпидемии коронавируса зашкаливало. Но в день сегодня поступает больше 1000 звонков. Да, очень много звонят. Но мы, те, которые больные, поступают с ПЦР положительными, бессимптомные, мы отправляем на ПМСП бригады, а мы обслуживаем одышка, когда уже требуется транспортировка в стационары. А как вы вообще, какую картину наблюдаете, как люди себя ведут сейчас? Есть паника, вот когда к вам звонят, что говорят? Вы знаете, сейчас, наверное, уже люди более-менее стали в этом вопросе компетентным более, и сейчас уже они конкретно говорят, вот у нас температура, у нас уже поставлен диагноз, они уже сами ходят в поликлинике, сдают ПЦР-тесты, уже более-менее такого нету ажиотажа, нет, люди уже конкретно говорят свои жалобы. В период пандемии многие по-новому взглянули на труд медиков, и весь мир по праву называют врачей героями. Ведь они продолжают бороться за жизни больных COVID-19 без выходных и порой без перерывов на обед. Адильхан Калиев говорит, что никогда не был равнодушен к чужой боли, а в своей работе не видит ничего героического. У нас такого нету, то что праздничные дни. В любые дни мы работаем 365 дней в году. То есть такого прям не ощущается, честно, праздничного настроения. Возможно, после смены будет. Вам ваше одеяние не поднадоело? Нет. То есть уже привыкли к нему, уже за год, считайте, год чем-то уже у нас такое состояние. То есть ситуация в стране, в целом в мире, то есть уже как-то привыкли к этому. По поводу денежных надбавок, вот было очень много жалоб, сейчас вопрос как-то разрешился. Есть у вас какие-то комментарии по этому поводу, желания, может быть? Нет, все решились, вопросы все решились, то есть все устраивает, все нормально. В данный момент в Оксюбинской станции скорой медпомощи трудятся 50 врачей, всего имеется 36 бригад. Этого количества, учитывая, как быстро разрастается город, явно недостаточно. В облздраве говорят, что ежедневно держат этот важный вопрос на карандаше, тем более часть обязанностей на себя взяли поликлиники. Теперь и они на своих машинах также возят некоторые категории пациентов на обследование. Лиза Цикива, Жаслан Жубаев, программа «Факт».